Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами буксом. Называется Crypto Afilatus, как-то так. По сбору криптомонет на просмотре сайтов. Этот букс от создателя или создателей вот этого букса BTC Butch или Batch. Так, у меня по этому буксу есть отдельное видео на YouTube, можно посмотреть. Он точь-в-точь, как вот этот, здесь изменился, все как бы поменялось, как видим, было чуть-чуть по-другому. Вернемся к новому буксу. Значит, регистрация, вот здесь кликаем. Регистрация, все просто. Прописываем email, логин, два раза пароль, разгадываем капчу. Кликаем зарегистрироваться. Переходим на почту. Нужно обязательно подтвердить адрес электронной почты. Без этого нам вывести не дадут. Я же войду в кабинет. Так как я специально вышла из него, чтобы вам показать. Попала я в кабинет. У меня 1915 токенов. Минималка на вывод 1000 токенов. Набирается все очень быстро. Опускаемся ниже, находится наша партнерская ссылочка. Далее что? Можно вот здесь вывод. Это все кликабельно. Также наша статистика. И что здесь у нас есть? Ребятки, здесь ежедневный бонус. Я бонус вчера не стала собирать, чтобы сегодня вам показать. Кликаем ежедневный бонус. И разгадываем капчу. Капчу здесь не поменять. Грузовики. И вот на синюю вкладочку, вот на эту. И вот 25 токенов мне начислили. Окей. И теперь через 24 часа я смогу зайти и опять забрать бонус. Теперь по заработку. Значит, это у нас домашняя страничка, как я уже вам показывала. Это вкладочка вывода. Это здесь рефералы, будут отображаться наши партнеры. И также, как и на домашней страничке, находится наша партнерская ссылочка. Но профиля здесь нет ничего. Вывод я еще ничего не выводила, так как буду все делать в режиме онлайн. Значит, здесь есть автокран. Он доступен тем, кто просматривает короткие ссылки. Есть также ручной кран. Вот. Можно собирать раз в 5 минут. И делать 100 клеймов. У меня что-то здесь таймер идет. Вот, ну да ладно. Есть еще вот такой кран. Также 50 токенов, 100 клеймов. Разгадываем капчу и антибот. Так, грузовики у нас. И что у нас тут? 10... 1, 7,
и вот на синюю вкладочку. Ну что-то зависло у меня. Надо перезагружать. Сейчас, ребятки, я соберу. Все у меня виснет. Виснет. Опять грузовики. Антибот и кликаем. Ну вот что-то мне не хочет давать бонус. Ну и бог с ним. Так, ладно, по заработку есть вот короткие ссылки. Я не люблю их. Серфинг сайтов. Я на сегодня, кстати, с утра уже просмотрела. И вот мне еще выпало 8 рекламок на 380 токенов. Здесь предостаточно. Кликаем на просмотр 10 секунд, как обычно. Ждем отчет таймера. Ну и наша капча, любимая. Как же без нее? Готово. На зеленую вкладочку. Возвращаемся. Это можно закрыть. И все, зачет. Таким вот образом мы просматриваем серфинг сайтов. Далее, что еще здесь есть, ребятки? В майнинг я не захожу, мне это не надо. Есть задания. Кто любит выполнять задания, пожалуйста, выполняйте. Здесь есть как бы бонус даже за YouTube, если вы запишете видео. Но читайте внимательно, что нужно для этого делать. Переводите на русский язык и внимательно читайте. Там требований достаточно. Ну и так, тут посмотрите вот их сайт. Видите? То, что я вам показывала. Но, в принципе, и все. В игры я не играла. Заработок я вам показала. Ежедневный бонус я показала. Задание я не буду выполнять. Экран что-то мне ничего не дал. Ладно, бог с ним. Давайте выведем по выводу. Значит, минималка на вывод от 1000 токенов. Вот этих. От 1000 вот на эту криптовалюту. Биткоин, лайткоин, догикоин, БНБ. Все на фаустед пойдет. USTD. В общем, кроме вот Solana от 5000 токенов. USD Payer тут вообще от 1000. Shiba Coinbase от 10000 монет. PayPal, конечно, тоже от 5 000 000, что ли. Ну вот, а вот такая криптовалютка обычная. Я на лайткоин. Буду криптомонету лайткоин выводить. От 1000 монеток. Мне предостаточно. Это у меня на сумму 12645 монет. Я иду на Faucet Pay. Кликаю депозит. Возьму адрес депозитный лайткоина здесь. Кликаю, скопировала, вставляю сюда адрес, кликаю вывод.
Все, у меня вывелись монеты, вот эти 1950 токенов. Окей, я возвращаюсь, идем на домашнюю страничку. Платит мгновенно, но бывает очень-очень редко, что недостаточно у сборщика, или как там они пишут, недостаточно средств. И вот тут такой вот комментарий: BTC Batch, вот этот 12645 лайткоинов. Так, и также я вывожу с этого крана, не крана, а букса, вот этот, вот видите, у них комментарий вот этого букса идет, так как это от одних админов. Здесь кликаю вывод. Ну, здесь я уже неоднократно выводила. О, блин. У меня все виснет и виснет. Надо... Так, сейчас, подождите. Вот вывод. А здесь я выводила. Так, сейчас все загрузится. Здесь я выводила в Solana. Здесь минимум на вывод. Так, кликаю Solana. Под 100 токенов. Две рекламки просмотрели, и можно ставить на вывод. У меня 7179 этих токенов. И это на 39500 Solana монет. Я так и оставлю. У меня адрес уже прописан. Здесь я уже постоянно вывожу. Кликаю вывод. Error. Вот такое бывает. Давайте переведем, о чем я вам и говорила. На русский язык. Ошибка у сборщика. Недостаточно средств для этой транзакции. Ничего страшного. Чуть позже я выведу. У меня было такое. Так что не переживайте и без паники. Вот. Все платит, все работает. Просто чуть позже я зайду. Или же завтра утром выведу. Или через несколько часов попробую. Но лучше с утра делать вывод. Вот такие два букса от данного админа. Хотите работать — работайте. Не хотите — не работайте. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!